Итак, пневматический пистолет Макарова, ну, собственно, все его знают. Полный аналог боевого пистолета. Вот у меня вопрос к знатокам. Наверняка кто-то стрелял из боевого. Ну, вернее, из боевого я тоже стрелял, просто вот такую вещь я не делал. Смотрите. То есть пистолет у нас стал на ствольную задержку. Берем магазин и силой его туда, ну не сила, как-то быстро, наверное, смотрите. Так, сейчас не получилось, сори. Как правильно сделать, сейчас, секундочку. Вот, видите, то есть он встал в боевое положение полностью. Давайте еще раз попробуем. То есть вот такой вопрос. Если кто помнит, у боевого пистолета также можно быстро зарядиться. Еще раз повторяю. Все, пистолет готов к выстрелу. Был. Все. Спасибо.